Давай поиграем. Всем привет! Сегодня мы с тракторами будем строить гараж для машин. Я буду загружать песок. А я буду его отвозить. Не бойтесь, загружайте полный кузов. Я же очень сильный, все увезу. Мы насыпали полный кузов песка. Ребята, наш гараж будет располагаться здесь. Ребята, как-то маловато песочка. Я думаю, что еще надо привезти. Смотрите, какой классный гараж у нас получился! Ура! Никакой дождь нам теперь не страшен! Ребята, кажется, дождь начинается. Давайте скорее заканчивать. Я еще поработаю над гаражом, а вы с трактором младшим скорее бегите домой. Трактор, спасибо тебе за хорошую работу. Мы с Верой побежали домой. Трактор, бежим скорее домой, уже дождь начинается. Я маленькая Вера. Давай поиграем. Однажды синий трактор играл на детской площадке и залез на высокую гору. Нет, нет, нет! Самому мне отсюда не спуститься! Надо позвать на помощь! Не сидеть же мне весь день тут! Вера! Вера! Помоги! Вера! Трактор, ты меня звал? Вера, я залез на высоту самую, а слезть не могу. Помоги! Трактор, ну мне же придется все эти испытания пройти. Ну ладно, чего только не сделаешь ради друга. Мне предстоит пройти эту сложную полосу препятствий, преодолеть опасный спуск на тарзанке, подняться наверх с тюбинком и спустить синего трактора вниз. Трактор, держись, я иду. Вера, пожалуйста, быстрее. Мне очень страшно здесь. Первое испытание – неприступная скала. Только самый отважный воин сможет пройти его. Главное – не упасть вниз. Ну вот. Первое испытание пройдено, идем дальше. Ой, нет, неповторимо. Ребята, это испытание, оно непростое. Здесь невозможно стоять. Но ради трактора я дойду до конца. Трактор, я уже иду, держись. Вера, ты молодец, у тебя получится. Быстрее приходи, мне страшно. А теперь испытание елочки. Самое сложное и опасное испытание. Да. Фух, у меня больше.
больше нет сил, но трактору надо помочь. Идем дальше. Я совсем выбилась из сил. Ну надо идти на тарзанку. Трактор ждет. Еще чуть-чуть, держись. Вера, быстрее! Мне очень страшно здесь. Я бегу к тебе. Трактор, потерпи чуть-чуть, я уже здесь. Вера, наконец-то ты пришла. Скорее спусти меня вниз, я так боюсь тут. Трактор, подъезжай скорее. Ой-ой-ой, мне так страшно, я зажмурюсь лучше. Да не бойся ты, я буду тебя держать. А теперь на счет три поехали. Раз, два, три. Вот так вот, ребята, если знаешь, что боишься высоты, не лезь наверх. Да, это точно. Если бы не Вера, не знаю, что бы со мной было. Спасибо тебе, Вера. Не за что. Ты ведь мой друг. Я всегда приду к тебе на помощь. Привет, я маленькая Вера. Давай поиграем. Сегодня у нас с синим трактором очень важное дело. Мы должны накормить всех птичек в парке, чтобы они не остались голодными, и чтобы они были сытыми и хорошенькими маленькими звездочками. Сейчас насыпем корм в пицце, чтобы птички не остались голодными. О, кормушка! Кажется, я приехал. Смотри, там кто-то есть. Это же Ам-ням! Ам-ням, иди сюда! Ам-ням, зачем ты ешь птичий корм? Он же невкусный, он только для птичек. Ам-ням, давай договоримся. Я дам тебе конфетку, которая лежит у меня в кузове, а ты не будешь есть птичий корм, потому что птицы останутся голодными. Вера, доставай конфету. Ну что, Ам-ням, вкусно? Ага. А теперь давай кормить голубей. Ну что, первую кормушку наполнили? Поедем дальше! Давай поиграем. О, трактор, посмотри, какой магазин игрушек, а там магазин одежды.
Ой, трактор, смотри, что это там? Ого, какой классный автогородок! Я-то тебя покатать не могу, потому что маленький, а здесь мы точно сможем погонять на перегонки! Вера, ты только посмотри, сколько здесь машинок! Я в жизни столько не видел! Вау! Какой же выбрать? Они все такие красивые! Трактор, подскажи! Я вижу там голубую машинку. Она цветом очень похожа на меня. Выбери ее. Ну ладно, хорошо. Садясь в машину, обязательно пристегивайте ремни. Это очень важно. Безопасность превыше всего. Ну что, Вера, поехали! Поехали, трактор, не отставай! Трактор, не отставай! Круто! Вера, подожди, Вера! Я устал, можно к тебе? Конечно, можно, запрыгивай! Ну что, трактор готов? Сейчас прокачу тебя с ветерком. Ты так круто паркуешься, молодец! А что, я тренировалась? О, трактор, смотри, там еще что-то есть! Вау, пойдем посмотрим! Вера, смотри, куда я забрался! Да, круто, смотри, что у меня есть! Это подъемный кран! Подъемный кран – очень важная машина на стройке. Она помогает поднимать грузы на высоту. Вау, сколько тут разных кнопочек! Ого, от этой кнопочки загорелся огонек! Красота-то какая! Трактор, смотри! Ого! Да, это мой родственник-погрузчик. Желтый, красивый какой. Какие крутые, мягкие кирпичики. Надо разобрать сначала все. Это, наверное, будет очень смешно хотя бы. Ну, сама не знаю. Смотрите, какое гигантское лего. Смотрите, я себе форму раздобыла. Идем в полицейский участок. Ух, ну и здорово же здесь. Еще и музыка фиксиков любимых играет. Класс. Ну ладно, пойдем дальше. Вау, мы моем машину с трактором. Правда, трактор? Ага, обожаю автомойки. Минут закончится, и машина будет чистая. Фух, трактор, я так устала. Ой, я тоже. Мы поиграли очень здорово. А теперь пора идти домой обедать. Привет. Я маленькая Вера, давай поиграем. Привет, сегодня с вами я, маленькая Вера и синий трактор.
Сегодня у нас с синим трактором очень важная миссия. Надо собрать все бумажки в парке, которые кто-то разбросал. Ну что, поехали? Поехали! Трактор, смотри, кто-то мусор разбросал. Вот, смотри, еще мусор. Привет! Ты не видел, кто здесь мусор разбрасывает? Нет, я не знаю. Ну ладно, мы дальше поедем. Смотри, не мусори. Трактор, смотри, там еще мусор. Друзья не заметили, а все к пауку попал. Интересно, кто же разбрасывает эти фантики от конфет? Вера, смотри, кто там? А мне когда ты скидал все бумажки в парке. Ага. Ам-ням, бросать бумажки на землю очень плохо. Ам-ням, мы надеемся синим трактором, что ты больше не будешь разбрасывать бумажки в палке. Сегодня с вами была я, маленькая Вера, и синий трактор. Пока-пока! Привет! Я маленькая Вера. Давай поиграем. О, привет, трактор. Куда едешь? Привет, Вера. Да вон, посмотри. Везу корм для наших курочек на ферме. Ого, сколько семечек. Ну ладно, поезжай, возвращайся скорее, поиграем. Ну, мне понадобится часа два, не меньше. А потом вернусь и, конечно же, поиграем с тобой. Пока-пока, поехал я. Ну вот, сейчас быстренько съезжу, отвезу и будем играть с Верой. О! О-оу, кажется, курочкам кушать сегодня не придется. О, трактор, ты так быстро вернулся? Ну, отлично, давай играть. Да не совсем я вернулся. У меня кузов с кормом перевернулся, представляешь? По всей дороге рассыпались семечки. Ну и что такого страшного? Просто позови машину с ковшом, и она тебе поможет собрать семечки. Вера, я, конечно, всегда знала, что у меня очень умная подруга. Спасибо тебе за совет. Но посмотри на календарь. Сегодня же суббота. Все машины отдыхают. Ой, я и забыла. Но у меня есть одна идея. Я знаю, кто соберет семечки. Итак, наш помощник готов отправиться в дорогу. Кажется, нашему помощнику нравится в твоем кузове сидеть. Ха-ха, Вер, я не знаю, что ты задумала, но мне уже нравится эта идея. Ну а теперь, трактор, наблюдай. Трактор, посмотри, какие у него щеки. Ну как тебе нравится такой пылесос? Я такие щеки впервые в жизни вижу. Это очень смешно. Теперь вези его на ферму, покажи, куда выплюнуть корм, и вези его обратно. Так точно, все понял. Поехали на ферму. Ну вот, совсем чуть-чуть осталось. Давай, хомячок, поднажми.
Вот это пылесос! Модель 2019 года! Все семечки собрал! Если еще раз съедешь какую-нибудь еду, зови, мы поможем! Привет! Я маленькая Вера, давай поиграем! Хорошо летом возле речки. Можно порыбачить. Трактор, смотри, там что-то плывет. Ого! Это просто как в фильмах про пиратов. Давай скорее откроем бутылку. Ого, это же настоящая карта сокровищ! Вера, мне даже не верится! Как же нам повезло! Пойдем скорее искать сокровища! Так, сейчас мы находимся вот здесь вот. А надо пойти нам, ну, например, на сюда. Трактор, кажется, нам туда! Вера, ты уверена, что нам туда? Я в картах не очень разбираюсь. Не спой. Я когда-нибудь ошибалась? Так, тут здесь нарисованы деревья. Здесь деревья. Хе-хей, это значит, что мы на верном пути. Смотри, у меня бабочка. Ого, какая красивая! Но, Вера, у нас нет времени играть с бабочками. Едем дальше. Вера, ну ты чего улеглась тут? Нам надо идти дальше. Клад нас ждет. Ой, это не полежать нельзя. Пойдем. Ура, трактор, мы пришли! Вон клад! Как интересно, что там лежит внутри. Ну что, Вера, давай откроем скорее клад. Ого, посмотри, что здесь трактор. Это же настоящий клад. Сколько киндер-сюрпризов. Здорово, ура. Так, открываем. Приступаем вот так вот аккуратненько. Раскрыли. Вот шоколадное яичко. Это отложим в сторонку. Начинаем открывать. О, сейчас интересно, кто же там внутри. Сейчас открываем. А, это же мама-свинка. Смотрите, какая красотка. А второе открываем. Жизнь домашних животных. Вот такой вот. Итак, открываем. Вот. Мы открыли. И там у нас, там кто-то сидит. А, вот, это и Макс, задуманный. Вот, смотрите, какой красавчик. Сейчас будем откладывать следующее яйцо. Черепашками ниндзя. Вот. Это, как всегда, сейчас и я сделаю его. Вот, нам попалась вот такая вот черепашка-ниндзя, Рафаэль. Итак, открываем. Так, о, у нас там скорлупочка. Вот такое вот яйцо. Открываем, открыли. Итак, последнее яичко. Бьем вот это с роботами. Быстро открываем, чтобы было понятно. Вот такой вот смешной чубик нам попался. И я не знаю, как его зовут, но очень забавный. Ну что, теперь покушаем шоколадки? А где шоколадки? Ам-ням, это опять ты? Зачем ты своровал наши шоколадки хорошие?
Ам-ням, брать без спросу нехорошо. Ты бы мог просто попросить у нас, и мы обязательно угостили бы тебя шоколадками. Ну, классно погуляли? Да. Это что такое? Не знаю. Давай посмотрим поближе. Да. Что же это такое? Оно такое липкое? Может, желе? Похоже еще на лизун. Но оно какое-то очень противное, да? Ладно, пойдем скажем, чтоб убрали. Да. Да. Так. И это что такое? Ой. Господи, она повсюду. Это положи лучше. Тем более, надо сказать, чтоб убрали. Господи, еще. Еще одна? Да. Давай лучше не будем ее трогать и пойдем, чтобы убрали. Давай. Ладно, давай никого не будем ждать, я просто сами уберем все. Давай. А! Господи, опять на швабре еще, это жижа. Фуф, вот это история. Сколько здесь этой жижи. Фу! Фу, какая она мерзкая, да. Посмеется скорее. Ой. Ладно, Вероник, я пойду работать, потому что нужно работать. Алиса, господи, еще это слизь. Вероника, работать невозможно! Кто же здесь так нагрязнил? Ну ничего, я ее сейчас выброшу. Ой, девочки. Опс. Кажется, я заболел. Тост и дышит совсем. И сопли повсюду, по всей студии. Апс. Трактор, что с тобой случилось, маленький? Так это что, по всей студии твои сопли раскиданы? Ну, получается, что так. Ну ладно, не бросай же тебя здесь одного. Поехали в больницу. Там тебя вылечат. Да. Ну, как чувствуешь себя? Выздоровел. Ой, да, девчонки, мне лучше. Спасибо, что отвезли к доктору. Правда, мне еще 3 дня вот эту маску носить надо, чтобы других не заразить. Ну, хорошо, что тебя лучше стало. Ага. Давай поиграем. Ой. Синий трактор, что с тобой, ты заболел? Нет, все в порядке со мной, я просто чихнул. Ой, нет, не заболел, все нормально. О-оу, это настоящая простуда. Тебя надо срочно лечить, а не то ты здесь всех заразишь. Как лечить? Не надо лечить. Ой, а это больно. Я боюсь, не надо лечить. Не бойся, я сбегаю сейчас к врачу, и он пропишет тебе лекарство. А завтра ты будешь как новенький. Ну вот, помощь подоспела. Сейчас дам тебе лекарство. Ну что, вытаскиваем таблетки. Вот, держи. Тебе надо выпить такую одну таблетку. Ой-ой-ой. Нет, никто не говорил, что надо будет пить таблетки. Она горькая, я ее пить не буду. Нет. Эх ты, горько ему. Давай хоть горло побрызгаем. Ну что, давай, поворачивайся. Открывай рот.
О, не-не-не-не-не, терпеть я не могу эти брызгалки, не надо мне такого счастья, не буду. Трактор, ты просто невыносим, давай я тебе хоть микстуру от кашля дам. О, не-не-не, я знаю, запах у нее тот еще, не надо мне, я не буду эту микстуру пить. Ой, что-то мне совсем худо делается, плохо. А, кажется, я знаю, как ему помочь. Я сделаю ему целебный напиток, как мне мама делает. Так бы и сразу. Все сладкое, вкусное я очень люблю. Только давай договоримся, ты сначала выпьешь все лекарства, а после я дам тебе вкусный напиток. Ну ладно, уговорила, давай. Я сходила в магазин и купила все необходимое. Сейчас будем делать напиток. Сначала кладем в нашу чашку лимон, да побольше. Потом добавляем имбирь. Имбирь очень полезный, он убивает всех микробов. Потом открываем мед и кладем пару ложек. Один, два. Какой сладкий. Я обожаю мед. А теперь надо все растолочь ложкой хорошенько. Фух, устала немножко. Надо аккуратно налить внутрь кипяток. Да, а лучше попросить взрослых, или маму, или папу, или дедушку, ну или бабушку, ну или кота. А я налью сама, потому что я Вера, и я молодец. Ну а теперь размешаем это все дело ложкой. Этот напиток готов. Скоро синий трактор будет здоров. Фух, ну все, я готов. Ну все, все. Фух, скорее напиток. Вкусно. Ну а теперь осталось подождать, пока подействует лекарство. Ой, я чувствую себя гораздо лучше и готов ехать на работу. Вера, спасибо, что вылечила меня. И прости, что так капризничал. Просто не люблю болеть. Ну, я тоже не люблю болеть. Но самое главное, что ты выздоровел. Ребята, не надо бояться лекарств, ведь они наши друзья, они нам помогают выздороветь. Привет, я маленькая Вера, давай поиграем. Ой, синий трактор, привет. Привет, я еду на стройку за гравием, поедешь со мной? Конечно, мне как раз нечем заняться было. Трактор, как-то мы пришли, вон камешки. Вера, смотри, тут кажется что-то есть в песке, посмотри. Интересно, что это такое, давай откопаем. Ой, кажется это экскаватор. Ребята, спасибо, что откопали меня. Утром я приехал сюда работать. Начал копать песок, и меня засыпало. Спасибо. Ребята, смотрите, здесь еще что-то есть. Давайте откопаем. Ой, это же мой хлюпчик. Уж думала, не найду. Вот, смотрите, какой! Ребята, посмотрите сюда, здесь еще что-то есть. О, смотрите, это же яйцо с сюрпризом. Давайте его откроем.
Смотрите, какой лунтик в шапочке. Ну ладно, ребята, веселье весельем, а мне нужно еще привезти гравий. Экскаватор, может быть, поможешь мне загрузить его в кузов? Конечно, помогу. Поехали. Ну что, трактор, столько гравия достаточно? Да, спасибо большое. Столько в самый раз. Спасибо, экскаватор. Но нам пора домой. Пошли, трактор.